Let's pray. Давайте помолимся. Just remain standing and lift your hands to Jesus. Оставайся стоя, подними свои руки Иисусу. Father, we worship you. Здесь мы поклоняемся тебе. Thank you for what you're doing here this week. Спасибо за то, что ты делаешь за здесь на этой неделе. Thank you for the outpouring of your spirit. Спасибо тебе за излияние Духа Святого. Thank you for your anointing. Спасибо за твое помазание. Holy Spirit, have your way tonight. Дух Святой, двигайся, как ты хочешь сегодня вечером. Speak to every heart. Говори каждому сердцу. Touch every life. Прикасайся каждой жизни. We thank you in Jesus' name. Благодарим тебя во имя Иисуса. Amen. Amen. Hallelujah. How many of you are here for the first time? Кто из вас пришел первый раз? Let me see your hand. First time. Первый раз на конференцию. Okay, not that many. Не вот. Who has already heard me speak? Кто уже слышал меня, видел меня? Okay, that's really good. That's really good. Так, хорошо, хорошо. All right. Well, you may be seated, but before you do that, hug somebody. Вы можете присаживаться, но перед тем, как вы присядете, пожалуйста, обнимите кого-то, поприветствуйте. Amen. Thank you. Спасибо. Hallelujah. It's good that most, a big majority of the people here tonight have already heard me share on the blessing. Хорошо, что большинство из вас уже слышали меня, мою проповедь о благословении. Because I've been laying a foundation. Потому что я в эти дни как бы ложил, закладывал основание. For what I'm about to get into tonight. Основание тому, о чем я сегодня хочу говорить. We're going to really get into some things tonight. Сегодня мы рассмотрим глубоко некоторые вещи. I'm going to share something very, very significant with you. Я хочу поделиться с вами очень чем-то важным и значительным. It's going to change your life. Это изменит вашу жизнь. I believe it. Я верю. Because it changed my life. Потому что это изменило мою жизнь. And it's changing the lives of people who receive this understanding. И это также изменило жизни тех людей, которые получили понимание. I'm gonna teach on some things. Я буду учить о некоторых вещах. Because what I'm about to share with you is going to take some time for me to really explain and teach. Потому что то, о чем я хочу с вами поделиться, на это уйдет некоторое время, чтобы объяснить и чтобы научить объяснить. And I really feel the anointing for it. И я чувствую помазание на этом, на это слово. It's not something that I share everywhere. Это то, что я, о чем я буду говорить, это не то, о чем я рассказываю, знаете, везде. But I'm very excited that what I'm about to share will go into the Russian language. Но я очень рад, что то, о чем я буду сегодня проповедовать, оно будет переведено на русский язык. Because I believe it's going to be multiplied across the world. Потому что я верю, что оно таким образом, благодаря этому, умножится и распространится по многим народам, по многим странам. И многие люди услышат. Оно пробудит и разбудит церковь. Поэтому какое-то время я проведу в учении, в проповеди, и после этого мы будем двигаться, следовать за Духом Святым. Amen. Аминь. In 2010, в 2010 году we were having our annual conference, мы проводили нашу ежегодную конференцию the first week of December, в первую неделю декабря. Last week we had our annual conference in Istanbul. На прошлой неделе у нас была ежегодная наша конференция в Истанбуле. Similar to what you are doing here this week. То есть похоже на то, что у вас здесь происходит на этой неделе. We had people from 20 different nations in Istanbul. У нас были гостями люди из 20 разных стран. And we had 56 different ministers at our ministers' luncheon. И на обеде для служителей у нас было 56 разных служителей. So, back in 2010. Поэтому в 2010 году. It was the first week of December. Была первая неделя декабря, начало декабря.
Because December 5th is the anniversary of our church in Istanbul. Потому что 5 декабря это годовщина нашей церкви в Стамбуле. So this last December 5th we celebrated 16th anniversary of the church. Поэтому вот на прошлой неделе мы праздновали 16-ю годовщину церкви. And we have planted many churches in many other countries. И мы за это время уже насадили, открыли церкви в многих других странах. And we are working in Turkey, planting churches. Ну, конечно же, мы в Турции также работаем над насаждением, открытием новых церквей. But in 2010, но в 2010-м, during that conference, во время этой конференции, Spirit of the Lord came upon me and I began to prophesy. Дух Божий сошел на меня и начал пророчествовать. And these are the words that came out. И вот такие слова вышли из моих уст. Those who live by information in these final days will not make it. Те, кто живут информацией в последние дни, не смогут, не пройдут свой путь. But only those who live by revelation are going to make it and overcome. Но только те, кто живут откровением, они пройдут свой путь до конца и будут победителями. And then I said that 2011 will be a great year of revelation for our church. И затем я сказал, что 2011 год будет год больших откровений для нашей церкви. Of course, you know, it has to start at the top. Конечно же, все начинается с головы. And 2011 ended up being one of the greatest years of revelation in my life. И так получилось, что 2011 год был годом величайших откровений лично для меня. What I'm about to share with you comes out of that season of my life. И то, чем я хочу с вами поделиться, оно исходит из этого времени, сезона в моей жизни. And the Lord has sent me to some strategic places in the last 5 years to share that. И в последние 5 лет Господь меня отправлял в разные стратегически важные места, чтобы делиться этим. And tonight is one of those places. И сегодня сегодняшний вечер является одним из таких мест. But it's very important that I had to share the foundation of the blessing of God before I could get into what I'm about to get into tonight. Но очень важно было, чтобы я с вами вначале поделился откровением о благословении, чтобы заложить фундамент, чтобы перейти к тому, о чем я сегодня буду говорить. In the beginning of 2011, в начале 2011-го, I reached a point of desperation in my life. Я пришел к такой точке отчаяния в своей жизни. I was so hungry for God to speak to me. Я настолько жаждал того, чтобы Бог говорил ко мне. I was sick and tired of not knowing what was going on in the nations. Я устал от того, что я не знал, что происходило в народах. And I said, God, I have got to hear from you. Я говорил: Господь, я хочу услышать от тебя. You have got to show me what's going on in Turkey. Ты должен мне показать, что происходит в Турции. What's going on in Europe? Что происходит в Европе? What's going on in America? Что происходит в Америке? What's happening around the world? Что происходит по всему миру? I could see some things, I understood some things. Я видел определенные вещи, я имел понимание относительно каких-то вещей. But it was like there was something missing. Но было такое ощущение, как будто чего-то не хватало. That wasn't clear enough. Которое я недостаточно четко понимал. And I began to cry out to God in prayer. И я начал взывать к Богу в молитве. And I made a decision. И я принял решение. The first month in January to shut off all news, all internet, all social media. Весь январь отключиться, оставить всякие новости, всякую информацию, средства массовой информации не слушать. I said, I don't want any information from the world. Я сказал себе, я не хочу никакой информации от мира. I don't want to hear anybody's opinions. Я не хочу слушать ничьё мнение. I gotta hear from you, Lord. Господь, я хочу услышать от Тебя. Show me what's happening. Ты должен мне показать, что происходит. And I was fasting and praying. Я молился, постился. One night I went to sleep. Однажды я заснул. In the middle of the night. И посреди ночи. The Holy Spirit woke me up. Дух Святой разбудил меня. And I stood up in bed. И я встал с кровати. And I heard the Lord speak to me in an audible voice. И я услышал, как Господь говорит мне слышимым голосом. Very strongly. Очень сильно.
Two words. Два слова. Two words. Два слова. The voice of the Lord said, "Money changers." Господь сказал, миновщики денег. Money changers. Миновщики денег. Immediately. И сразу же. My mind thought, "What has that got to do with anything?" Я начал думать, так, а что, к чему это вообще? My mind didn't understand it. Я в разуме не понимал. But I know that the Lord had spoken. Но я знаю, что Господь проговорил. And I couldn't sleep anyways. И я уже все равно не мог заснуть. So I got up, поэтому я встал. In the middle of the night, went to my office, посреди ночи поехал в офис. And opened up my Bible. Открыл Библию. I know the story of the money changers. Ну, я знаю эту историю о миновщиках денег. I had read it many times. Я ее много раз читал в Библии. I had even preached on it, я даже проповедовал о ней a few times, несколько раз. In reference to it, и ссылался на эту историю. But I had never truly understood it. Но я никогда на самом деле не понимал ее. It's in all four of the Gospels, the story of the Jesus going into the temple. Да, Иисус, она упоминается во всех четырех Евангелиях, когда Иисус пошел в храм. And confronting the money changers. И стал как бы противостоять, да, всем там миновщикам деньгам. And I began to read. И я начал читать. I read it in all four of the Gospels. И прочитал ее во всех четырех Евангелиях. And all of a sudden. И вдруг. My eyes were opened. Мои глаза открылись. I began to see things I had never seen before. Я начал видеть то, что никогда раньше не видел. And the Lord spoke to me. И Господь проговорил ко мне. He said, "I want you to study." Я хочу, чтобы ты изучал. And He said, the Holy Spirit said, "I will lead you." In your study, и Дух Святой сказал, что я поведу тебя в изучении. I will show you what's going on. Я покажу тебе, что происходит. He said, "I want you to understand what money is." Я хочу, чтобы ты понимал, что такое деньги. I want you to understand how money operates. Я хочу, чтобы ты понимал, как работают деньги. The Lord said, "I want you to study the history of money creation." И чтобы ты изучал историю создания денег. And I want you to study the entire banking system. А также, чтобы ты изучил всю банковскую систему. And he said, "I will show you everything." Я все тебе покажу. Little did I know. И я не знал. That as I begin to study. Что когда я начал изучать, and as I begin to understand, и начав получать понимание, that it was the answer to all of my questions. Это было ответом на все мои вопросы. The Lord began to show me what's going on in the geopolitical realm. Господь начал мне показывать, что происходит в геополитической сфере. How everything operates in the world system. Как все устроено в мировой системе. And it completely changed my perspective on how I look at things. И это полностью изменило мой взгляд на то, как я смотрю на все эти вещи. I also began to see. Я начал также видеть, how the system that the devil has created, как система, которую создал дьявол, to enslave the nations, для того, чтобы порабощать народы. And I thank God, я благодарен Богу, because, you know, if he had shown this to me years ago, что если он мне это показал вот столько-то лет назад, I probably would have been distracted. Что если бы он мне не показал, я бы был отвлечен на какие-то другие вещи. But I had to have the foundation of revival in my life. Но мне нужно было иметь фундамент пробуждения в моей жизни. Because otherwise I would not know what to do with this. Потому что иначе я бы не смог, я бы не знал, что со всем этим делать. So I have a series. Поэтому у меня есть серия учений. And I have several others on this subject. И также некоторые другие на эту же тему. This is a four-part CD series. Это учение состоит из четырех CD-дисков. The first one. Первый диск. Says the truth about money. Называется «Истина о деньгах». Second one is how money and the banking system was created. Вторая часть называется «Как деньги и банковская система были созданы». The third one is the monetary system. Третья – это монетарная система. And the fourth one is exposing the agenda of the modern-day money changers. И четвертая часть называется «Разоблачение плана миновщиков денег». If you're patient with me, и если вы потерпите меня, I'm going to share some things with you from the Word of God, то я поделюсь с вами некоторыми откровениями Слова Божьего. And help you to understand. И чтобы вы помочь вам понять. Let's go look at the story of these money changers and how Jesus confronted them. Давайте для начала мы рассмотрим историю о миновщиках денег и как Иисус с ними разобрался. Let's first go to Matthew 21. Откроем для начала Матфея 21. And read from verses 12 through 17. И прочитаем
с 12 по 17 стихи. This is right after the triumphal entry. Эта история произошла сразу после того, как Иисус торжественно вошел в Иерусалим. The setting is that it is the time of the Passover. И чтобы вы понимали, что это происходит на фоне праздника Пасхи. This is among the final days before the cross. То есть последние, это были последние дни, одни из тех последних дней перед крестом. Jesus has now come into Jerusalem because of the Passover. Иисус пришел в Иерусалим, потому что был праздник Пасхи. And in his final act, и его финальный поступок, действо, he goes into the temple. Он заходит в храм. Let's read the story. И давайте прочтем эту историю. Verse 12 through 17. С 12 по 17 стихи. Then Jesus went into the temple of God and drove out all those who bought and sold in the temple and overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей. And he said to them, "It is written, 'My house shall be called a house of prayer,' but you have made it a den of thieves." И говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Then the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. Приступили к нему в храме слепые, хромые, и он исцелил их. Watch this 15. Смотрите, 15 стих. But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying out in the temple, saying, "Hosanna to the Son of David," they were indignant and said to him, "Do you hear what these are saying?" Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, говорящих «Осанна, сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» And Jesus said to them, "Yes, have you never read out of the mouth of babes and nursing infants, you have perfected praise." Иисус же говорит им: «Да, разве мы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» Then he left them and went out of the city to Bethany, and he lodged there. И оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. So he comes into the temple. То есть он приходит в храм. And the Bible says. И Библия говорит. He drove out. Он выгнал. Those who were buying and selling. Всех продающих и покупающих. And he overturned the tables of the money changers. И перевернул, опрокинул столы меновщиков. Amen. And it says, "It is written, 'My house shall be a house of prayer.'" И там написано, и сказал он, что ибо написано, что дом мой наречется домом молитвы. In other words, it's supposed to be a place where God is worshipped. Иными словами, хотел сказать, что это место, где люди должны поклоняться Богу. But then he says, "You've turned it into a den of thieves." А он говорит им: а вы превратили его в вертеп разбойников. So he calls the money changers thieves. Поэтому он называет меновщиков денег разбойниками, ворами. Amen. Аминь. Go to Mark 11. Давайте откроем Марка 11. Verse 15. 15 стих. Very similar. Похожая история, похожее описание. So when they came to Jerusalem, then Jesus went into the temple and began to drive out those who bought and sold in the temple and overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. Пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих, покупающих в храме, и столы меновщиков и скамьи продающих голубей прокинул. And he would not allow anyone to carry wares or goods through the temple. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Then he taught, saying to them, "Is it not written, 'My house shall be called a house of prayer for all nations,' but you've made it a den of thieves?" И учил их, говоря: не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников? Watch this now, and the scribes and the chief priests heard it and sought how they might destroy him, for they feared him. Because all the people were astonished at his teaching. И внимание, услышали это книжники и первосвященники и сказали: как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Let's read it now in Luke chapter 19. Теперь 19 глава Евангелия от Луки. Verse 45 through 48. 45 по 48 стихи.
Then he went into the temple and began to drive out those who bought and sold in it, saying to them, "It is written, my house is a house of prayer, but you have made it a den of thieves." И войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. And then he was teaching daily in the temple, but the chief priests and the scribes and the leaders of the people sought to destroy him and were unable to do anything, for all the people were very attentive to hear him. И учил каждый день в храме, просвященники, ежекнижники и старейшины народа искали погубить его и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Now go to John chapter 2. И вторая глава Иоанна. Verse 13. 13 стих. John is not one of the synoptic gospels. Евангелие от Иоанна, оно не одно из, ну как бы не часть синоптических Евангелий. So it's a little bit different. Оно немножко отличается. We're going to see something different here. Мы немножко иначе увидим, как он описывает. Now the Passover of the Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. Приближалась Пасха иудейская, Иисус пришел в Иерусалим. And he found in the temple those who sold oxen and sheep and doves and the money changers doing business. И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег, в английском добавлено, что занимались бизнесом, вели бизнес. And when he had made a whip of cords, he drove all of them out of the temple with the sheep and the oxen and poured out the changers' money and overturned the tables. И, сделав бич из веревок, выгнал их с храма всех, также и овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. And he said to those who sold doves, "Take these things away, do not make my father's a house of merchandise." И сказал продающим голубей: "Возьмите это отсюда и дома отца моего не делайте домом торговли." So we'll stop there now. Мы на этом остановимся. There is another story in the Old Testament. Есть еще одна история в Ветхом Завете. In Nehemiah chapter 13. В 13 главе Неемии. When Nehemiah cleansed the temple as well. Где описывается, как Неемия тоже очистил храм. And the Lord began to show me something. И Господь мне начал что-то показывать. See, when we say money changers, когда мы говорим миновщики денег, it doesn't necessarily mean anything to us today. Но это не обязательно связано с нами сегодня. We have another modern-day term for that today. Сегодня у нас есть немножко иная терминология. We call them bankers. Мы называем таких людей банкиры. Do you understand me? Понимаете? This was a banking system. Это была банковская система. Because when I say banking, most people think. Потому что когда я говорю банковская система, большинство людей думает. That a bank is a organization that provides a service to people. Потому что когда люди, многие думают, да, вот что банковская система это служба, которая предоставляет определенные услуги. They give you a card. Они вам дают карточку. Plastic. Пластиковую. You can open an account. Ты можешь открыть счет. You can deposit money in there. Можешь открыть депозит. And you can transfer money. Можешь перечислять деньги. And it provides a service. Ну, то есть как бы предоставление услуг. That's what we think of banking. Вот так мы думаем о банковской системе. But that is not what banking is. Но на самом деле это не так. Banking is something totally different. Банковская система это что-то радикально, кардинально отличающееся. And I want to show you something. Я вам хочу показать. Because those money changers, потому что эти миновщики денег, they had invaded the temple. Они наводнили храм. Remember now, they're in the court, courtyard. Помните, это дворы, да, внешние дворы. It was called the court of Gentiles. Его называли двором язычников. All the nations could come there. Все народы, все национальности могли собираться там. And the courtyard was supposed to be there to evangelize the nations. И внешние дворы вообще-то были предназначены для того, чтобы евангелизировать народы. It was supposed to be a witness of God's goodness and God's blessing. Они должны были служить свидетельством Божьей благости и благословения. But the entire courtyard in the temple now was invaded by the bankers. Но весь этот внешний двор был наводнен банкирами. So if you walked in the gates, поэтому ты заходишь во ворота, all you saw was people exchanging money. Все, что ты видишь, это меняют деньги,
And buying and selling. Продают, покупают. Okay? Now, what were people coming there to buy? А что люди приходили туда покупать? Зачем они приходили? They were coming there to buy sacrifices to offer to God. To worship Him. Они приходили туда, чтобы купить жертву, которую бы они принесли Богу. This is the Passover. Это, вы помните, это была Пасха. All the Jews are gathering in Jerusalem. Все иудеи собираются в Иерусалиме. They've come from all over the world. Они приехали с разных стран мира. 200,000-300 Jews coming to Jerusalem to worship. 200-300 тысяч иудеев, которые приехали в храм, чтобы поклоняться Богу. Masses of people. Массы людей. What an opportunity. Какая замечательная возможность. To make money. Заработать. To profit. Чтобы получить прибыль. And they have all kinds of different money. И у них совершенно разные деньги там. Валюты. They have Roman money. Римские деньги. Greek money. Греческие. Hittite money. Just money from different places. Хитейские, то есть разные-разные с разных стран. And they are coming there. И они приходят все туда. And they are gonna bring their tithes. Приносят, конечно же, десятину. Or they're going to buy offerings, animals to worship God. Или же приносят деньги, чтобы купить жертву, животное, чтобы принести жертву Богу. But between them, но между ними and God, и Богом, is something in between. Что-то стоит, находится между ними. Something has come in between. Что-то стало посреди них. Called money. Это называется деньги. And those who are using the money, и те, кто их использует, have come in between them. Они стали между людьми и Богом. So instead of coming to serve God and worship God, поэтому вместо того, чтобы прийти, служить Богу, поклоняться Богу, they cannot get to God, они не могут к Нему пройти, because something has come in between them. Потому что что-то стало между ними. A system has been created by man. Была создана человеком система. And that system will not let you get to God until you go through them. И эта система не пустит тебя к Богу, пока ты не пройдешь через них. Has come in between. Она стала между ними. It's called money. Это называется деньги. Jesus said, "You can only serve one of two masters." И Иисус сказал, что вы можете служить только двум господам. You either serve God, либо worship Him. Богу поклоняйтесь ему. Or you serve money. Либо деньгам. Actually, the word he used is mammon. И на самом деле, mammon. На самом деле слово, которое он использовал, это мамона. And mammon was the name of an idol. А мамона это было имя идола. In Canaan. В Ханаане. Ханаанского идола. One of the gods of the Canaanites that represented greed. Один из богов хананеев, который отвечал за жадность. Do you understand me? Вы понимаете? So he says, you can either serve God, то есть вы можете служить либо Богу, or you can serve money. Либо деньгам. If you love one, you'll hate the other. А ты одного любишь, другого ненавидишь. If you love money, любишь деньги, you hate God. Ненавидишь Бога. If you love God, любишь Бога, you'll hate money. Ненавидишь деньги. That's what he said. Вот что он сказал. And the Bible tells us, и Библия говорит нам, that the love of money, что сребролюбие, любовь к деньгам, which is what mammon represents. То есть это то, что представляет собой мамона. It's a spirit. Это дух. It's a system. Система. It's the spirit of the Antichrist. Дух антихриста. And the Bible tells us that the spirit of the Antichrist is already in the world. И Библия говорит, что дух антихриста уже в мире. It's always been here. Он всегда был здесь. Since the fall. С начала, со дня падения. Do you understand me? Понимаете, о чем я говорю? So he says, the Bible says the love of money is the root of all evil. И Библия говорит, что сребролюбие, любовь к деньгам является корнем всех зол. So the Lord told me. И Господь мне сказал. He says, I want you to learn about money. Я хочу, чтобы ты узнал, как работают деньги. And when you find out about money, и когда ты научишься, узнаешь, you'll find out about everything that's going on in the world. Ты узнаешь и поймешь все, что происходит в мире. Amen. Аминь. Now I shared a story. Я поделился с этой историей. You know, it's in Matthew 17. Это в 17 главе от Матфея. It happened before this. И это произошло до того. They were in Capernaum. Ученики Иисуса были в Капернауме. Remember, помните? They came to Peter. Пришли к Петру. They asked him. И попросили его. About the temple tax. Пришли к нему налогосборщики, да, и сказали, ты будешь платить налог за храм, tax. За храм, налог за храм. They asked Peter. И спросили Петра. Do you pay the temple tax? А ты будешь платить? Does your master
Rabbi Jesus paid the temple tax. Раввин Иисус, твой господин, а он будет платить? So Peter comes back to Jesus. Петр возвращается к Иисусу. Okay? And Jesus says they're asking for the temple tax, aren't they? Иисус его спрашивает: они пришли за налогом за храм, да? He says we are exempt. Но мы вообще-то, the sons are exempt. Мы как сыновья, мы освобождены вообще-то. Because he said the leaders of the world don't make their own kind pay the taxes. Потому что, ну, лидеры, да, мира сего, они не заставляют своих же платить налоги им. You know, the wealthy billionaires and the top, they don't pay taxes. Вы знаете, ну, на самом деле, миллиардеры, миллионеры, те, которые на вершине финансов, они не платят налоги, а у них есть как бы определенные такие освобождения, ну, от налогов. То есть, you know who paid the taxes? Знаете, кто платит налоги? The little guys. The мелочь, little guys. Мелкие все. The common people. Обычные люди. It's always been that way. И так всегда было. Taxation налогообложение has always been a form of oppression. Всегда было формой угнетения. Do you understand? Вы понимаете? Now, what was the temple tax? А что такое был этот налог на храм? It was not a tax. Это не было вообще-то налог. It was called a tribute. Это было как бы подаяние. It was instituted at the time of Moses. Взнос, который был введен во времена Моисея. Every male in Israel at the age of 20, каждый мужчина в Израиле в возрасте 20 лет was to bring a half shekel silver to redeem his soul. Обязан был принести пол шекеля серебряных для того, чтобы искупить свою душу. Now, shekel is a weight. А шекель — это единица измерения. I mean, back then they didn't have money like this. Here's a Federal Reserve note. It says 100. В то время не было денег вот таких, да, печатных купюр, созданных. How much does this weigh? Сколько он, интересно, сколько он весит, эта купюра? It's like a feather. Ну, как пушинка. Do you understand me? Back then, в то время, what they referred to as money, что они называли деньгами, was precious metals. Это были драгоценные металлы. Gold or silver. Золото, серебро. By weight. Вес они взвешивали. So at every census, поэтому во время каждой переписи населения, every male at the age of 20 was supposed to bring a half shekel to the temple or to the tabernacle. Каждый мужчина в возрасте 20 лет, он обязан был принести пол шекеля в храм. And it was an offering. Это было приношение to support the ministry of the temple. На поддержку служения в храме. But that was supposed to be at every census. Но это такое должно было происходить в течение каждой переписи населения. But by the time of Jesus, но ко времени Иисуса, a whole system was created. Была создана целая система. The Pharisees, фарисеи, and the doctors of the law, и, or the scribes, scribes. Да, как это называют? Книжники, да. What did they do? А что они делали? They write the law. Они писали законы. What do we call people that write the law today? А как мы называем людей, которые пишут законы? Parliament? Парламент, да? Right? Да? They make the laws. Депутаты, они создают законодательство. Okay. And the Pharisees were the enforcers of the law. И фарисеи, они наблюдали за тем, чтобы закон исполнялся. What do we call people who enforce the law today? А как мы называем людей, которые наблюдают за исполнением закона? Police. Полиция. Executive, да, исполнительные органы власти, of government, finance minister, министры в правительстве, министры финансов и так далее, да? It's a government. Это правительство. You see, you need to understand something. The Pharisees were not just religious leaders; they were also government leaders. Поэтому вы должны понимать, что фарисеи — это не были просто религиозные лидеры, это были члены правительства. And by the time of Jesus, и ко временам Иисуса, they had made a law, они создали закон, that everyone must pay half a shekel. Every Passover. Что каждый обязан платить пол шекеля раз в год на Пасху. If you don't pay it, если ты не платишь, they keep records. Они ведут учет. Remember, they found them in Capernaum. Помните, они нашли их в Капернауме. Peter, we checked our records. И говорят: так, Петр, мы провели тут свои записи. You have a debt. Ты должен. Half shekel. Пол шекеля.
And so is your rabbi Jesus. И твой этот раввин Иисус. Half shekel. Пол шекеля с вас. Are you gonna каждого. Pay? Вы будете платить? Because if they didn't pay, потому что если они не заплатят, the Pharisees would come and take their people's possessions. Придут фарисеи и конфискуют все их имущество. Sound familiar? Знакомо, да, звучит? We have the same system. У нас такая же система. See, when you read the Bible, you don't see that necessarily, but it's there. It's the same thing. То есть когда ты читаешь Библию, ну не обязательно ты это видишь, но там это описывается все. Okay. Now, who are the money changers? Кто такие миновщики денег? Well, the money changers were the most powerful sect in Israel at the time. Миновщики денег были самой мощной сектой во времена Иисуса. They were more powerful than the Pharisees. Они даже были более сильные, могущественные, обладали большей властью, чем фарисеи. And you know what they did? А знаете, что они делали? They discovered that if they worked together, они обнаружили, что если они будут сотрудничать вместе, they would make more money. They would make more profit. Они еще больше денег заработают и получат еще больше прибыли. What drives down prices? Что опускает цены вниз? Что заставляет падать цены? Competition. Конкуренция. What pushes up prices? А что заставляет цены расти? Monopoly. Монополия. Everything in the world is now turning into a monopoly. Все в сегодняшнем мире в наши дни превращается в монополию. When you, maybe 50 years ago you had 20 major oil companies, you have now three. 50 лет назад было 20 или 50 там, крупнейших нефтяных компаний. Сегодня у нас сколько? Три. Everybody's merging. Все проходят процесс слияния. Они называют это глобальная или глобализация экономики. Globalization. Глобализация. Very dangerous. Очень опасно. Very dangerous. Очень. You know why? Знаете почему? Because it causes monopolies. Потому что они называются монополиями. You ready for this? Вы готовы? Here's what the money changers did. И вот что делали миновщики денег. They created a special coin. Они создали особую монету. They called it the temple coin. И назвали ее храмовой монетой. They called it the half shekel silver coin of the temple. Они называли ее серебряной монетой, храмовой монетой ценой в пол шекеля. And they were the only ones who had it. И они были единственными, кто обладали ею. Nobody else had it. Больше никто. You had to go to them. Ты обязан был идти к ним, to change your money, чтобы обменять деньги, so they would give you the half shekel of the temple, чтобы получить пол шекеля на уплату налога за храм. So you can pay your tribute, и чтобы заплатить этот взнос, which was an illegal tax. Ну, конечно же, это было нелегально, незаконно. That's why Jesus says we are exempt. We don't need to pay that. It's not Bible. It's not scriptural. Вот почему Иисус сказал, что вообще-то это незаконно, нелегально. Это нет такого в Библии, нет такого в Писании. Because Jesus fulfilled the law. Потому что Иисус исполнил закон. If it had been lawful, he would have said, yes, we need to pay that. Потому что если бы это было законно, он бы сказал, да, конечно, обязательно мы заплатим. He said, no, we don't need to pay that. А он сказал, нам не надо это, не обязательно это платить. That's a lie. That's a lie. Это ложь. They created that. Они создали это. But. Но. Go catch a fish. Иди, поймай рыбку. You'll find one shekel. Найдешь там у нее во рту один шекель. Half shekel for you. Половина за тебя. Half shekel for me. Половина за меня. Go pay it. И пойди отдай им. So that they won't come after us. Чтобы они больше нас не беспокоили. Because you know, if you don't pay your taxes, they come after you. Потому что знаете, если налоги не платишь, то за тобой придут. And you go away. И ты вот так вот, да? Behind bars. За решетку. Or they'll come and take your house, take your car, take your possessions. Ну или придут к тебе, заберут у тебя все твое имущество, машину, дом. You understand me? Понимаете? So, half shekel of the temple. Пол шекеля за храм. Remember one day they came to Jesus. Помните, однажды пришли к Иисусу. They said to Jesus. Говорят ему. Should we pay taxes to Caesar? Должны ли мы платить налоги Цезарю, Кесарю? He said, "Show me the money you have." Он говорит, покажите мне ваши деньги. They held up the money. Поднимают, показывают ему. He said, "Whose image is on it?" Говорит, чье изображение на них? Caesar's. Ну, Кесаря, Цезаря. Okay. Хорошо. Caesar created that. Цезарь это создал. And if you want to rely on that, если вы хотите на это полагаться, if you want to use that, хотите использовать это, you're gonna have to pay Caesar. Поэтому нужно заплатить ему. You understand me? Вы понимаете?
And then he said to them, give unto Caesar what belongs to Caesar. Отдай кесарю то, что принадлежит кесарю. But give unto God what belongs to God. Но Богу отдай то, что принадлежит Богу. Let me ask you a question. Я хочу вам задать вопрос. What was he saying? А что он имел в виду? Let me ask you a question. Я хочу вам задать вопрос. Whose image are you created in? А по чьему образу ты создан? Whose image are you created in? По чьему образу ты создан? Whose image is on you? Чей образ на тебе? God's image. Божий образ. Give unto God. Отдай Богу that which belongs to God. То, что принадлежит He Богу. Wasn't saying to give money to God. Он не имел в виду, что нужно Богу деньги He was давать. Saying, give yourself to God. Он хотел сказать, что отдай себя If God Богу. Has your heart, Если Богу принадлежит твое сердце, He has your money. То у него и деньги. He has your time. У него и твое время, и He твои has деньги. Your gifts and talents. Ему принадлежат твои же и таланты. He has everything. Ему принадлежит все. Give to God. Отдай Богу What belongs to God. То, что принадлежит Ему. You were created in His image. Ты был сотворен по Его образу. Give your life to God. Отдай свою жизнь Богу. 100% of your heart. 100% своего сердца. If God has 100% of your heart, если Богу принадлежит 100% твоего сердца, 10% of your giving tithing is not even going to be a problem. 10% десятины приношения даже вообще не проблема. 10% of your money. 10% денег. But 100% of your heart. Но 100% сердца. So it's never about money. Поэтому суть никогда не была вообще-то в деньгах. It's about surrender. Всегда суть, смысл был в том, чтобы отдаться, сдаться от Бога. It's all about, always about surrender. Всегда был смысл в том, чтобы отдаться полностью Богу. It's all about surrendering. В том, чтобы отдаться Ему. When you surrender to God, когда ты отдаешься Богу, He has you, Он, ты принадлежишь Ему, He has everything. И Ему принадлежит все. Because then you realize you don't own anything. Потому что тогда ты начинаешь понимать, что вообще-то ничего тебе не принадлежит. He owns everything. Ему принадлежит все. Even you. Даже ты. Listen, the Bible says you've been purchased with a price. Послушай, Библия говорит, что ты куплен ценой. You don't belong to yourself. Ты не принадлежишь себе. You belong to God. Ты принадлежишь Богу. Jesus paid the price to redeem you. Иисус заплатил, Он купил, чтобы, He paid the half shekel for you. Чтобы искупить тебя. Он заплатил эти полшекеля за тебя. You belong to Him. Ты принадлежишь Ему. He has redeemed you. Он искупил you don't тебя, to выкупил yourself. Тебя. You don't belong to yourself. Ты не принадлежишь себе. You cannot decide about your life. Ты I'll do this, I'll do that. Не тебе решать, что делать со своей жизнью. He's your master. Он твой господин. And it's always about surrendering. И всегда смысл в том, чтобы отдаться Богу. When you surrender everything, когда ты отдаешь Ему все, He has everything. Ему принадлежит все. And then you realize you don't own anything. И тогда ты начинаешь понимать, что тебе ничего не принадлежит. You're only a steward. Ты всего лишь распорядитель. You're just a steward. Ты всего лишь распорядитель. Everything that has been placed in your hands, все, что было дано в твои руки, everything that's been placed in your life, твою жизнь, it's all God's. Это все Божье. And He has given you stewardship. И Он дал тебе быть распорядителем, менеджером. And what does the Bible say? И что Библия говорит? What's the number one requirement of a good steward? Первое требование хорошего, доброго распорядителя какое? That he's faithful or trustworthy. Чтобы он был верным и достойным доверия. And what happens to good stewards? И что происходит с хорошими распорядителями? He who is faithful with little, те верный в малом, will be made ruler over much. Будет сделан правителем над многим. So to see increase in your life, поэтому, чтобы, если хочешь увидеть умножение, увеличение в своей жизни, you must be a good steward. Ты должен быть хорошим распорядителем. Amen. Аминь. So, now the money changers. Поэтому возвращаемся к миновщикам. They have created this money. Они создали эти деньги. It's the only money people can use. Это были единственные деньги, которые люди And могли everybody использовать. Has to come to them. И все обязаны были приходить к ним, And they control обращаться. The exchange rate. Они контролировали обменный курс. They control the supply. Они контролировали supply. Supply. Supply and demand. Supply. Economics 101. Supply and demand. Somebody, anybody, any economics. Supply. Спрос, да, они контролировали спрос. Supply and demand. И предложение. What happens when the supply is low? Что происходит, когда предложение на низком уровне? Price goes up. Цены поднимаются.
What happens if you have the power to control the supply? Что происходит, когда власть контролировать предложение в твоих руках? And you can do whatever you want. Ты можешь делать все, что угодно. And people are dependent on you. И все зависят от тебя. They have to come through you. Все должны приходить, обращаться к тебе. So this is what the money changers were doing. В общем, это то, чем занимались миновщики денег. The money changers were the bankers. Они были банкирами. Now, let me just give you a quick, very quick history of banking. Я хочу вам дать как бы краткий экскурс в историю банковской системы. And let me explain to you what money is. И объяснить, что такое деньги. What is money? Что такое деньги? It's a medium of exchange. Это средство обмена. In early history, в ранней истории people operated by barter economy. Была люди функционировали, да, как бы жили в бартерной экономике. I have apples. У меня яблоки. You have bananas. У тебя бананы. I want to eat a banana. Я хочу бананы. I'll give you an apple. Я тебе дам яблоко. Give me a banana. Давай меняться. Thank you. Спасибо. Very easy. Очень легко, все просто. But what if I don't want bananas? А если я не хочу бананы? I want an orange. Я хочу апельсин. So now I go to the guy with the orange. Теперь я должен обратиться I said, человеку, I have an apple. Человеку, у которого апельсин. У меня яблоки. I want to give you an apple, give me an orange. Я хочу тебе дать вот яблоки, а ты мне дай апельсины. He says, I don't want an apple. Он говорит, я не хочу яблоки. I want a banana. Я бананы oh, хочу. Now it's getting complicated. Ага, теперь все усложняется. So I go, now there's three people involved. Теперь уже у нас три человека. But then now there comes a guy. И потом появляется еще один, у которого манго, и теперь точно проблемы. Понимаете, вот все вот так вот потихоньку усложняется. И потом, в конце концов, люди пришли к тому, что что нам нужно, это средство обмена. Что-то, на что согласны как бы все. There were so many crazy things used in history as money. Вы знаете, в течение истории человечества столько разного использовалось в качестве денег. People have used seashells. Люди пользовались сумасшедшие вещи, пользовались ракушками. Some places in Africa they even used cow dung. No, serious. В некоторых местах в Африке люди даже использовали коровий навоз. Right now there's an island in Pacific. Есть сейчас один остров в Тихом океане. If you go there, если вы поедете туда, you will see that people wear necklaces. Вы увидите, что люди носят ожерелья. With different seashells. С разными ракушками. That's what they use for money. Это то, что они используют в качестве денег. And you wear it on your neck. Ты носишь это на своей шее. And you show how wealthy you are. И показываешь всем, как ты богат. Guy has got a little necklace. У кого-то маленькое такое ожерелье. The other one has got like 10 necklaces. У другого, знаете, 10 большое такое огромное. Он богат. Это будет означать, что он богат. You're laughing at me. Но вы смеетесь. This is true. Это правда. In England. В Англии. For 700 years, на протяжении 700 лет, they used wooden sticks. Использовали деревянные палочки. For money. В качестве денег. You would say, who would use that? Вы скажете, ну зачем это, как это? They were called tally sticks. Они их называли палочки Телли. Tally stick, yeah. You know what the king would do? Знаете, что делал царь? They король. They would take a stick. Они брали эту палочку. Put notches in it. Делали на ней надрезы. To determine the amount. Для того, чтобы определить количество. Then they would cut the stick in half. Затем разрезали ее наполовину. The king would keep one half of it in his treasury. Король хранил половину этого в своей сокровищнице. And the other half was released into the economy. А вторую отпускали в свободное обращение в экономику. You would say, who would even want that? И вы спросите меня, кому захочется использовать это? When the king says, когда король говорит, this is the only way to buy and sell, что это единственный способ купить что-либо и продать, and this is the only way to pay taxes, и единственный способ платить налоги, all of a sudden you want to have a stick. У тебя нет выбора, ты хочешь получить эти палочки. Do you know the Bank of England? Центральный банк Англии. Bank of England. Центральный банк Англии. The first shares of the Bank of England were bought with sticks. Первые акции, выпущенные банком Англии, их приобретали за палочки. If you go to London, there's a museum where you can see the sticks. Если будете в Лондоне, вы можете пойти в музей и увидеть там эти палочки. And this was only 300 years ago. И это было всего лишь
300 лет назад. Do you understand me? Понимаете? Now. Поэтому. So what became common was using valuable metals. Поэтому что стало распространенным, это использование драгоценных металлов. Gold and silver. Золото, серебро. But there's a problem now. Но возникла проблема. It's very dangerous to travel with a sack full of gold. Было очень опасно путешествовать с мешком золота. And the modern day banking system as we know it, и современная банковская система в том виде, который мы знаем ее, started in Europe in the Middle Ages. Она была открыта, начата в Европе в средние века. So the goldsmiths and the silversmiths, поэтому все мастера по золоту, по серебру, they would have these big safes, vaults. У них были, как бы, там, где они работали, такие огромные сейфы, with bodyguards, у которых стояли security. Yeah, security. Good. So now you don't want to travel around with a whole bunch of gold on you. Охранники. They're going to kill you and take it from you. Поэтому уже не обязательно было путешествовать по миру с этими толстыми сумками денег. Поэтому люди приносили их золото. Deposit. Отдавали им, как бы, на хранение at the local bank, в местный банк, at the local money changer, местным миновщикам денег. And the money changer writes them a certificate, миновщик денег выписывал им сертификат, called a certificate of deposit, который назывался, ну, как бы, справка о том, что ты открыл депозит. Give it to the person, давали человеку. And everybody knew the banker in that town. И все знали, кто банкир в городе. So then the certificate was used as money. Поэтому этот сертификат, он использовался потом в качестве денег. That's how the first form of paper money started. И вот таким образом возникли первые бумажные деньги. But there was a problem. Но потом возникла проблема. Because now they're keeping your gold. Потому что что теперь, ну, все твое золото у них. They're not going to keep it for free. Но это не бесплатно. They're going to charge you a fee. За это ты платишь комиссию. And interest. Interest. Как комиссионные, да. Комиссион, yes. Комиссион. To keep your money. Для того, чтобы они хранили твои деньги. But there was a problem. Но возникла еще одна проблема. Usury was illegal in the Bible. Usury, interest, charging interest. Вымогательство, да, вымогательство было нелегальным. Вымогательство в Библии было незаконным, нелегальным. The Pope had outlawed interest. Папа Римский, он объявил вне закона, чтобы с тебя взимали определенную плату. So guess who all the bankers were? Поэтому угадайте, кто были все банкиры, кем они являлись? So the Jews started to do all the banking. Евреи, они стали, были банкирами. Because according to the Old Testament law, they could charge interest to the Gentile. Потому что согласно ветхозаветного закона евреи могли брать плату, комиссию с язычников. Они and имели then, право законное. И поэтому потом вскоре некоторые из этих ребят became very clever. Стали очень умными. They started to write more certificates than what gold they had. Они начали выписывать гораздо больше вот этих справочек, бумажек, чем было на самом деле золото. So now they were creating paper money more than what they had in reserve. Поэтому таким образом они начали выпускать гораздо большее количество бумажных денег, чем было вообще золото. It's called fractional reserve banking. Это называется частичное банковское резервирование. Later on, годы спустя, the central banks would create a reserve. Центральные банки создавали такие фонды резервные. You know how they created? Знаете, как они создавались? Push a button on a computer. Пип. Нажатием кнопки на компьютере. On the screen. Пип. На экране. Пау, все. We have money. Деньги появились. Do you understand? Понимаете? And then they loan out money. Затем они дают, to the member banks. Дают кредит другим банкам, членам. And the banks were allowed, и они, им разрешалось to loan
up to 10 times more than what they had in reserve. Выдавать кредиты в 10 раз больше, чем у них находилось в резервных фондах. In 2007, with the banking crash, в 2007 году, во время краха банковской системы, some banks were loaning up to 80 times what they had in reserve. Некоторые из банков выдавали кредиты в 80 раз превышающие их фондовые резервы. Okay. So the early form of money was a certificate of deposit for gold or silver. Поэтому, ну, еще раз, чтобы мы помнили, первая форма бумажных денег это был это справка, сертификат того, что у тебя депозит на хранение в банке. But the first central bank was in Sweden. Но первый центральный банк был открыт в Швеции. And the first bank that created money и первый банк, напечатавший, созданный, создавший деньги, это была Швеция, находился в Швеции. But now Sweden is becoming the first country with no cash. А сегодня в наши дни Швеция становится одной из первых, даже первой страной, которая отказывается от бумажного оборота денег. Because this is paper. Потому что это всего лишь бумага. Anybody have credit cards? У кого есть кредитные карты, пластиковые карты? That's plastic. Это пластик. What is that? Что это? It's money. Это деньги. No, it's not. Yes. Нет, это не деньги. Да, это деньги. Okay. So let's say they give you a credit card that has $5,000 of limit. Поэтому, скажем, вам выдают кредитную карту, на которой установлен кредитный лимит $5,000. And you go pay, you go buy something. Вы идете в магазин, что-то покупаете. You spend all of it, $5,000. Тратите все деньги, все 5000. What did you just do? Что вы только что сделали? You created money. Вы создали деньги. See, we think that when this is printed, the money is created. It's not. Мы, знаете, мы привыкли считать, что когда бумажные деньги печатаются, это создаются таким образом деньги. Нет. Money is now digital. Теперь деньги в наши дни, они цифровые. It's on a chip. Они на чипе запрограммированы, на компьютере. If everybody ran to the bank to get paper, there's not enough paper. Если бы все бежали в банк и требовали бумажных денег, на всех бумаги не хватит. Okay. So, let's go back to Jesus. Вернемся ко временам Иисуса. He comes in. Иисус заходит. He is so angry. Он такой злой. What does he do? Что он делает? He starts whipping them. Он начинает их хлестать. He gets violent. Он становится очень разъяренным. He turns over the tables. Переворачивает эти столы. He calls them thieves. Называет их ворами. What were they doing in the temple? Что они делали там в храме? Buying and selling. Продавали и покупали. The kingdom of God does not operate on buying and selling. Царство Божие не построено на купле и продаже. The kingdom of God operates on sowing and reaping. Царство Божие строится на сеянии и жатве. The world system operates on buying and selling. Система этого мира построена на купле и продаже. What happens in the book of Revelation? Что происходит в книге Откровения? When the beast rises out of the sea. Когда из моря поднимается зверь. What is the beast? Кто такой зверь? The beast is a system. Зверь это система. What is the sea? А море это что? The nations. Это народы. A system is rising among the nations. Система поднимается из народов. Controlled by one man. Которую контролирует один человек. And there will come a day, и наступит день, there will be no paper, не будет бумажных денег, and you, and people will be required to take a mark, и людей будут заставлять брать на себя отметку. Either in their right hand or in their forehead, the Bible says. Библия говорит, что это будет либо на правой руке, либо на лбу. But what will be the purpose? Но цель какая? To buy and to sell. Чтобы вы смогли продавать или покупать. And when that system arises, и когда вас поднимется эта система, возникнет, no one will be able to buy and sell. Никто не сможет ни продать, ни купить without bowing its knee to that system. Без того, чтобы сначала преклонить свои колени перед этой системой.
And that day will be when Mammon is worshipped as God in the whole world. И этот день наступит тогда, когда мамоне будут поклоняться как Богу по всему миру. That's where this is headed. Вот куда все движется. So now the Lord began to show me everything. Поэтому Господь мне начал все показывать. Money and the power to control money is behind everything. Деньги и сила, контролирующая деньги, власть, контролирующая деньги, она стоит за всем этим. The first central bank was the Bank of Sweden. Первый центробанк возник в Швеции. But it's not that important. Но это не столь важно. But the most important central bank was the Bank of England. Он не самый важный, но потому что самый важный центральный банк находится в Англии. And it's become the model for every central bank in the world. Он служит моделью и образцом для всех центробанков в каждой стране в мире. I have this American money, we call it a dollar. У меня в руках американские деньги, доллар, доллары. It says Federal Reserve Note. Здесь написано банкнота Федерального резерва. There is no more gold. Нет золота. No more silver behind this. За ней не стоит ни золото, ни серебро. There used to be. Раньше стояло. Not anymore. Сейчас она не подкрепляется. This is called fiat money. Это деньги называются деньги фиат. It means money out of air. То есть деньги из воздуха созданные. And there is a central bank, private bank. Есть центральный банк, принадлежащий приватным структурам. Called the Federal Reserve. Он называется Федеральный резерв. Owned by people. Который принадлежит определенным людям. Banking families. Семьям банкиров. The most powerful of them are the Rothschild bankers. Rothschild bankers, Rothschild. Одни из самых влиятельных из них это банкиры семейства Ротшильдов. They control $500 trillion. В их контроле находится 500 триллионов долларов. So this is a deception. Поэтому это обман. Because this is not federal. Потому что это не федерально. And it has no reserves. И у них нет никаких резервов. It's not federal. Это не федеральное. It has no reserves. И нет никаких резервов. And you have the euro and the hryvnia and the Turkish lira all the same. И знаете, ну есть и евро, и гривна, и турецкая лира, все одинаково построено по такой же системе. Один и тот же человек. Print many different pictures on many pieces of paper create many different currencies. Один и тот же человек печатает различные бумажки с разными картинками в разных странах. He who controls the money, тот, кто контролирует деньги, controls everything. Контролирует все. The Pharisees served the money changers because they loved money. Фарисеи находились на службе у миновщиков деньги, потому что они любили деньги. And they took the temple shekels. Они взяли шекели из храма. 30 shekels. 30 шекелей. Bribed Judas. И дали взятку Иуде. To betray Jesus. Чтобы он предал Иисуса. Then they bribed the Roman soldiers. Затем они дали взятку римским солдатам. Then they paid people money to make false witness. И затем также заплатили и другим людям, чтобы они дали ложное свидетельство об Иисусе. And they created a story. И они придумали историю. Saying that the body of Jesus was stolen. Которая говорила, что тело Иисуса было украдено. And they broadcast it on CNN. И они это показывали по CNN. For everybody to believe. Чтобы все во всем мире увидели и поверили. That's why you cannot get your information from the news. Вот почему нельзя получать информацию из новостей. Because the same money changers also control the news. Потому что те же миновщики денег, они контролируют телевидение. And they create a story. Они создают разные истории. For everybody to believe. Чтобы все в них верили. And the Lord began to show me. И Господь мне начал показывать. If you live by information, если ты живешь информацией, that comes from the world system, которая исходит из системы этого мира, you are in big trouble. У тебя проблемы. You have to be led by the Spirit. Ты должен быть водим Духом. You have to be led by the Spirit. Ты должен быть водим Духом. You see, Jesus didn't send Peter to the money changers. Вы знаете, Иисус не отправил Петра к миновщикам денег.
He sent him to catch a fish. В банк, да, он сказал, иди поймай рыбку. And put the shekel in the fish's mouth. Достань этот шекель у нее изо рта. My friends, what is that? Друзья, что это такое? О чем это говорит? Supernatural provision. Это говорит о сверхъестественном обеспечении. Not dependent on a system. Оно не зависит от системы. Not dependent on the world system. Оно не зависит от мирской системы. Working outside of the system. Оно действует за пределами этой системы. When he fed, when the 5,000 were fed, когда Иисус накормил 5,000, I shared last night. Я вчера об этом говорил. Why did he rebuke the disciples? Почему он укорил своих учеников? What were they thinking? О чем они думали? We need 200 denarii. Они как они думали? Они думали, нам нужно 200 динариев, чтобы купить еды для всех этих And людей. Jesus said, you are thinking like the system wants you to think. А Иисус говорил им, вы мыслите так, как мыслит система этого мира. You need to think differently. Вам нужно иначе мыслить. There are two kingdoms. Есть два царства. Two kingdoms. Два царства. Kingdom of God. Царство Божье. And kingdom of money. И царство денег. You can only serve one kingdom. Ты можешь служить только одному царству. You're either going to serve the kingdom of God. Либо царству Божьему. And his righteousness. И его праведность. And all the things you need shall be added to you. И все, что тебе нужно, оно тебе приложится. Or Или you'll serve the kingdom of money. Ты будешь служить царству денег. That's what all the nations are running after. Это то, зачем бегут все народы. Money, 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 деньги, money, money. Деньги, 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 деньги. You look in their eyes, ching, dollar signs. Ты смотришь в их глаза и что там? Долларовые значки. Because they're focused on money. Потому что они сосредоточены на деньгах. And that's what the devil wants everyone focused on. Именно этого и добивается дьявол. He wants them to think they need money to survive. Он хочет заставить их думать, что им нужны деньги, чтобы выжить. And when they think the only way to survive is money, и когда люди начинают думать, что единственный способ выжить это деньги, they have to buy or sell. Они что, они нужно продать или купить? They will all get in line saying, "Give me the mark, give me the mark, give me the mark." Они все будут говорить, дай мне знак, дай мне эту отметку, дай мне отметку. We are not taking the mark. Мы не берем эту отметку. We're not there yet. Мы еще, конечно, не дошли до туда. But you can still take the mark now. Но ты уже сегодня можешь принимать на себя эту отметку. You can take the mark right in your heart. Прямо в свое сердце. Judas took the mark. И Иуда взял, принял на себя отметку. Satan went into his heart. И сатана вошел в его сердце. And he perished. И он погиб. That mark is not new. Эта отметка это не что-то новое. That mark has always been here. Она всегда существовала. I have an assignment. И у меня есть поручение. Thank you for being patient with me. Спасибо, что вы потерпели. I had to explain these things to you. Мне нужно было объяснить это вам все. There's so much more. Потому что еще есть гораздо больше. I can't get into all of it. Я не могу это все. But if I can just make you curious. Но если я просто смогу хотя бы заставить вас пробудить в вас любопытство. To research. Чтобы искать. To pray. Исследовать, молиться. And I'm telling you right now, the Lord spoke to me. И я прямо вам сейчас говорю, что Господь проговорил ко мне. The Lord spoke to me. Господь проговорил ко мне. Jesus said this. И сказал, Иисус сказал. Just like I went into the temple. Точно так же, как я вошел в храм. And I whipped them. И я отхлестал их. And I overturned the table. И перевернул их столы. What is the symbol of overturning a table? Что символизирует это переворачивание столов? He turned the system upside down. Он перевернул эту систему с головы. And the money fell to the ground. И эти деньги, они высыпались на пол. He walked on it. Он ходил, он топтался по ним. And he spoke to me. He said, "I will give my church the power in the final days." И Бог мне проговорил, что я дам моей церкви власть в последние дни. To go into the middle of that system. Идти в середину этой системы. I will give them power and authority. Я дам им власть и силу. And they will take the wealth of the wicked. Они заберут богатство злых. Because the wealth of the wicked is laid up for the righteous. Потому что богатство неправедников сохраняется, откладывается для праведника. God didn't place that wealth here for the devil. Бог не положил, не поместил это богатство для дьявола. And his wicked servants. И для его неправедных, злых слуг.
God placed that wealth on earth. Бог поместил это богатство на землю, to bless the nations. Чтобы благословить народы. And when you are about the blessing, и когда ты ищешь это благословение, when you walk in the power of the blessing, когда ты ходишь в силе благословения, you are not part of a system. Ты не являешься частью системы. You are not bound by a system. Ты не связан с системой. You are not bound by banks. Ты не связан банками. You are not bound by the dollar, the euro, the hryvnia, the lira. Ты не связан долларами, евро или гривной или лирой. You have favor from heaven. У тебя благосклонность небес к тебе. You have the wisdom of the Holy Spirit. У тебя есть мудрость Духа Святого. He is the creator of all things. Он творец всего. The devil is not a creator. Дьявол, он не творец. He creates this paper and makes people serve it. Он создал эту бумагу, чтобы люди заставить людей служить ему. This is not my master. Это не мой господин. This is my slave. Это мой раб. This is my servant. Это мой слуга. I tell money what to do. Я говорю деньгам, что делать. Money does not tell me what to do. Не деньги мне говорят, что делать. If you allow money to dictate your decisions, если ты позволяешь деньгам диктовать твои решения, it becomes your master. Они становятся твоим господином. God calls you. Бог призывает тебя. God sends you, Бог отправляет тебя. And you sit there going, I don't have the money. И потом ты такой сидишь, у меня нет денег. I can't do it. Я не могу ничего сделать. Now you are disobedient to God. И это называется непослушание Богу. And you are obedient to this. А послушание вот этому. This is our servant. Это наш слуга. We use this. Мы пользуемся. To advance the kingdom of God. Этим, чтобы распространять We don't царство love Божие. This. Мы не любим это. We love God. Мы любим Бога. We don't serve this. Мы не служим этому. We serve God. Мы служим Богу. If we need this, если нам это нужно, He'll give it to us. Он даст нам. Again. И опять же таки, what is this? Что это? A medium of exchange. Это средство обмена. This is not the real need. Это не настоящая нужда, the real потребность. Need is what you use this for to get. Истинная потребность – это для чего ты используешь это, чтобы что получить. You take this and you buy a jacket. Ты берешь это и покупаешь пиджак. Don't worry about what you will wear. Не беспокойся, не волнуйся, не переживай о том, что ты будешь одет. You use одет. This используешь to buy food. Это чтобы купить еду. Don't worry about what you will eat. Не переживай о том, что ты будешь есть. Do not fear. Не бойся. Fear not. Не бойся. Fear not. Не бойся. Don't listen to the false prophets on television. Не слушай тех лжепророков на телевидении. There are many false prophets on television. Есть много лжепророков на телевидении. They tell you there's going to be an economic crash. Они говорят, будет экономический кризис, коллапс. These are hard times. Это тяжелые времена. There is a war. Произойдет война. Now everybody's in fear. И все теперь уже такие боятся. And everybody's running to the ATM machine. И все бегут к банкоматам. Waiting in line. И ждут, стоят в очереди. To get this. Чтобы получить вот это. So they can survive. Чтобы они могли выжить. And that's how they become a slave. Вот так люди становятся рабами. We're not slaves. Мы не рабы. We're not serving the money changers. Мы не служим миновщикам денег. We don't depend on the money changers. Мы не зависим от них. We have power and authority to overturn their tables. Мы имеем власть и силу перевернуть эти столы. And the Lord spoke to me and he said, listen, listen, listen now, listen now. И Господь проговорил ко мне. I'm about to prophesy. Внимательно, будьте внимательны, слушайте, потому что я буду сейчас пророчествовать. I know everybody's been waiting for me to prophesy. Я знаю, что уже все ждут, когда он будет пророчествовать. Some people were going like this when I was teaching. Потому что я пока учил, некоторые сидят и затылок почесывают. I wish you would prophesy so we can start to run around and roll on the floor. Так, когда уже будет пророчество, я хочу по полу кататься. Listen now. I'm about to prophesy. Слушайте, поэтому сейчас слушайте. The Lord spoke to me. Господь проговорил ко мне. Tell my people. И сказал, скажи моему народу. I will give them divine strategies. Я дам им божественные стратегии. I will give them specific strategies. Конкретные стратегии. If they go, если они пойдут, and do what I tell them to do, и сделают то, что я им говорю, he said, tell them, скажи им, он сказал мне, скажи им, they will find supernatural provision. Они найдут сверхъестественное обеспечение.
No, you didn't hear me. Не, вы не услышали меня. You didn't hear me. Не услышали. He said, tell my people. Он сказал, скажи моему народу. I will give them supernatural strategies. Я дам им сверхъестественные стратегии. If they will go, если они пойдут and do what I tell them to и сделают то, что я им говорю, I will give them supernatural provision. Я дам им сверхъестественное обеспечение. No. You didn't hear me. Не, вы не поняли, не услышали. You didn't hear me. Не услышали. The Lord told me, he said, tell my people. Господь сказал мне, скажи моему народу. I will give them supernatural strategies. Я дам им сверхъестественные стратегии. If they will go and do what I tell them to do. Если они пойдут и сделают то, что я им говорю. They will find supernatural provision. Они найдут сверхъестественное обеспечение. But it's gonna sound crazy. Но это же сумасшествие какое-то. Звучит похоже на какое-то сумасшествие. Go and find all the empty vessels, collect them from your neighbors. Пойди и собери все пустые сосуды, найди у соседей, поспрашивай их. What do you have in the house? Что у тебя дома? Little jar of oil. Немножко масла. Start pouring. Начинай лить. Start pouring. Разливай по банкам. Start pouring. Разливай Start по сосудам. Pouring. Разливай. One vessel filled. Наполнился один сосуд. Next. Следующий. Filled. Наполненный. Next. Следующий. Filled. Наполненный. Next. Следующий. Наполненный. Son, give me another. Сын, сынок, дай еще один. Наполненный. Son, give me another. Еще один. Two sons, remember? Помните, два сына там было. Son, give me another. Еще один, давай. Filled. Наполненный. Give me another. Еще один. Наполненный. Give me another. Еще один. Filled. Наполненный. Give me another. Еще один. Полный. Give me another. Еще один. Mom, we're finished. Мам, все, банок больше нет. Go and sell. Идите и продайте. Все это масло. Pay off the debt. Отдайте долги. And there'll be a whole lot remaining. Live on the rest. И после этого останется еще много на остальное живите. Wow. You started that with one jar of oil. Ты начинаешь с небольшой баночкой масла. Your husband's dead. У тебя муж умер. And they're about to come and take your two sons away. И сейчас придут эти коллекторы, заберут твоих сыновей. You finished. Тебе крышка? No, you're not. Нет. There is a supernatural strategy coming to you. К тебе идет сверхъестественная стратегия. You're gonna pay off your debt and you're gonna live on the rest. Ты обернешь долги и ты будешь жить на остальное. Oh, how would you like to have been Elijah? О, а как вам хотелось бы, может быть, Ильей стать? You just went and prophesied a drought to the evil king. Ты идешь к злому царю и пророчествуешь о засухе. You just prophesied an economic collapse. Ты только что напророчествовал экономический коллапс. It's not a popular word. Не, это не популярное слово. You know what would have been the popular word? Знаете, что было бы популярным словом? О, king. О, царь. God loves you. Бог любит тебя. Grace. Благодать. Take a selfie. Селфи такой. Put it on Facebook. На Facebook закачал уже. My buddy the king. Мой дружок. He's wicked. Он злой царь. A true man of God will give the word of the Lord. Потому что истинный муж Божий даст слово от Бога. Where are those Elijahs today? Где эти Илии сегодня? That will speak to the wickedness. Которые будут говорить прямо в лицо этому злу. Oh, but it's... Where are they? Где они? Where are they? Где? And now he has to go hide. By the brook Cherith. А теперь он вынужден прятаться. He was hiding there. Он прятался там. They wanted to kill him. В каком-то там овраге, потому что хотели его убить. You prophesy a word like that? Если ты пророчествуешь что-то подобное, King's gonna wanna kill you. Царь точно захочет тебя убить. And the Lord says, и Господь говорит, go by the brook Cherith east of Jordan. Иди к этому потоку на восток от Иордана. Hide there. Прячься там. You ready for this? Готовы? Crazy. Сумасшествие. I have commanded the ravens to feed you there. Я повелел воронам тебя кормить. Drink from the brook. Пей из этого потока. Now there's a drought. Вы помните, что была засуха в земле. God knows where the water is. А Бог знает, где найти воду. Oh yes. Да. God always has supernatural provision for His people. У Бога всегда есть сверхъестественное обеспечение для своего народа. And then
He says the ravens are going to bring you bread and meat in the morning and bread and meat at night. И говорит потом ему: вороны будут приносить тебе мясо и хлеб утром и мясо и хлеб вечером. Turkish kebab. Похоже, это на турецкий кебаб, на шаурму похоже. Kebab in the morning. Шаурма с утра. Kebab in the evening. И вечером. That's my kind of word. I like that. Да, это мое слово. Мне такое нравится, подходит. That is supernatural. Это сверхъестественное. That is crazy. Это сумасшествие. Who would have come up with that plan? Кому мог прийти в голову такой план? You think you would have come up with that plan? Вы думаете, вам мог бы прийти в голову такой план? Listen. Слушайте. God has a plan. У Бога есть план. But we must. Но мы просто обязаны know how to trust God. Знать, как доверять Богу. And let me tell you right now. Я вам хочу сказать. It's not going to be a luxury anymore. Больше не будет лакшери. It's going to be a matter of life and death in these final hours. Потому что это будет вопрос в последние дни, вопрос жизни и смерти. Because the nations are being shaken. Потому что народы будут сотрясены. Egypt is being judged. На Египет сходят кары. The 10 plagues are coming on the system. 10 кар не скоро грядут на эту систему. The 10 plagues are coming. 10 кар грядут. But fear not. Но не бойся. The Lord makes a way for his people. Потому что Бог устрояет путь для своего народа. And the Lord is about to give his church favor. И Господь даст своей церкви благоволение. So that we can strip the Egyptians of their wealth. Чтобы мы могли обобрать египтян. There's a divine wealth transfer coming to the church. В церковь грядет божественная передача богатств. But not any church. Но не любой церкви. The faithful church. А верной церкви. The pure church. Чистой церкви. The righteous church. Праведной церкви. Oh, I'm telling you, you're going to be amazed. Я вам говорю, вы будете изумлены. What God does. Тому, что Бог делает. But let me tell you, но я вам скажу, it's gonna happen in the middle of chaos. Это произойдет посреди хаоса. Gross darkness is gonna cover the world. Тьма тьмущая накроет мир. But fear not. Но не бойся. The glory of the Lord is gonna rise upon you. Слава Божья восстанет над тобой. You better have your eyes on God's glory. Поэтому лучше устреми свой взор на Божью славу. Because if you're gonna look at the darkness, потому что если ты будешь смотреть на darkness, будешь смотреть на тьму, you will perish. Ты погибнешь. You will perish. Ты погибнешь. You will perish. Ты погибнешь. I warn you. Я тебя предупреждаю. I'm sounding the trumpet. Я даю этот трубный звук тебе. I'm telling the church. Я говорю церкви. People are not ready for what's coming. Люди не готовы к тому, что грядет. Many will not make it. Многие не смогут пройти этот путь. Because they don't have any faith. Потому что у них нет веры. They don't have revelation. У них нет откровения. They don't know how to believe God. Они не знают, как верить Богу. I must tell you. Я должен сказать вам. You have to live by faith. Ты должен научиться жить верой. Because you see, when you have this. You don't need as much faith. Потому что когда у тебя в руках это, тебе особая вера это и не нужна. When you don't have any of it, но когда ничего этого нет, you're gonna have to have faith. Тебе придется верить. So right now, поэтому прямо сейчас. Just act like you don't have any of this. Поэтому действуй, как будто у тебя, поступай так, как будто у тебя нет ничего из этого. Act like you don't even need this. Поступай, как будто тебе оно вообще не нужно. Only live by what God tells you to do. Только живи тем, что Бог тебе говорит. I ask people. Я спрашиваю людей. If you had unlimited money, если бы у тебя было неограниченное количество денег, what would you do? Что бы ты делал? All of a sudden, all the different visions and dreams in their heart start to be spoken. Знаете, сразу всякие разные мечты и видения появляются у людей. Oh man, I would do this for the kingdom. God put this in my heart. Я бы сделал вот это. Бог меня вложил в сердце. But then you tell them, but you don't have any money. А потом ты ему говоришь, а денег-то у тебя well, нет. Those are just dreams. Это мечта всего лишь. I wish. Как бы я хотел.
How this thing so easily affects people. Насколько легко вот эта штука влияет на людей. How the devil has made the church so dependent on this. Как, насколько дьяволу удалось убедить людей, чтобы они зависели от этого. This is a tool. Это инструмент. Like a microphone. Как микрофон. Like a screwdriver. Как отвертка. Like a hammer. Как молоток. You use it to do something. Ты используешь это, чтобы что-то сделать. И ты используешь вот это, чтобы также что-то That's сделать. That's all this is. Вот и все. Вот и в этом суть. That's all this is. Это в этом суть. That's all this is. Вот и все. So you can make this a seed. Поэтому ты можешь сделать это семенем. And multiply it. И умножить его. Just like you can multiply bread. Точно так же, как можно умножить хлеб. You can multiply fish. Рыбу. You can multiply paper. Бумагу тоже можно умножить. It's just paper. Это всего лишь бумага. With some ink on it. Ну, немножко там чернила на ней, краски. It's got a picture. Там картинка есть. Some guy, some dead guy. Benjamin Franklin. He's dead. Какой-то мертвый мужик. Бенджамин Франклин. Might as well put my picture on. It doesn't matter. Ну, я мог туда свою фотографию наклеить, но не важно, что там, чья фотография. Ты можешь свою фотографию наклеить. It's just a picture. Это всего лишь фотография. On a paper. На бумажке. Do you understand me? Понимаете? When you see money for what it really is, когда ты понимаешь, в чем на самом деле сущность денег, you're free. Ты получаешь свободу. You're totally free. Полную свободу. You're totally free. Полную свободу. You're not moved by it. Ты не движим этим. You don't check the bank account. Before you decide if you're going to obey God or not. Ты ведь не проверяешь свой счет в банке перед тем, как принять решение повиноваться Богу или нет. You just obey. Ты просто повинуешься Богу. If God speaks. Если Бог говорит. Yes, sir. Да, сэр. I will obey. Я повинуюсь. I will go wherever you want me to go. Я пойду туда, куда ты скажешь. I will do whatever you want me to do. И сделаю все, что ты скажешь. I will say whatever you want me to say. И скажу все, что ты скажешь. Not my will. Не моя воля. Let your will be done. Но твоя да будет. I belong to you. Я принадлежу тебе. I'm created in your image. Я создан по твоему образу. I give you myself. Я отдаю тебя тебе. Отдаю тебе все. I am your servant, Lord. Я твой слуга, Господь. I'm your servant. Я твой слуга. I'm your trustworthy, faithful servant. Я твой верный и добрый раб. Do you want to hear well done, good and faithful servant? Вы хотите, чтобы услышать, чтобы когда что вам скажут: молодец, добрый и верный раб. Be a good steward. Будь хорошим распорядителем. Use money. Используй деньги. The right way. Правильным образом. Look at money. Смотри на деньги. The right way. Правильными глазами. Then God can now do great things through your life. И Бог сможет сделать великие вещи через тебя. Because we don't bow to a system. Потому что мы не склоняемся перед системой. A man-made system. Созданную человеком. We bow to God. Мы склоняемся перед Богом. We bow to God. Мы склоняемся перед Богом. Has this helped anybody here tonight? Это кому-нибудь помогло сегодня? Have you heard these things before? Вы раньше что такое слышали? So much I can tell you, my. Ой-ой-ой, мне столько, конечно, еще чем хочется поделиться. But I think that's enough. Я думаю, что хватит. Kingdom economics for tonight. Экономики небесного царства сегодня. I was talking to a guy. He's a financial advisor, has an MBA. Я общался с одним человеком. Он работает финансовым консультантом, имеет MBA. And he didn't know any of these things. И он вообще даже не знает ничего из этого. You know why? Знаете почему? Because they don't teach you this in school. Потому что этому в школе не учат. It's the best kept secret. Это самый большой секрет, который хранят в строжайшей тайне. Not anymore. Все, больше никаких тайн. We're pulling the covers off of it. Мы раскрыли завесу. We're exposing the beast. Мы разоблачили зверя. It's ugly. Он ужасен. Hallelujah. Everyone say the blessing. Давайте все скажем благословение. Everyone say seed. Скажи семя.
Everyone say multiplication. Скажи умножение. Everyone say supernatural provision. Скажи сверхъестественное обеспечение. The end time church is going to live in supernatural provision. Церковь в последнее время будет жить сверхъестественным обеспечением. Hallelujah. We're going to give you an opportunity. Мы хотим дать вам возможность to use your money использовать ваши деньги in the right way. Правильным образом. Serve the kingdom. Служить царству. Sow it a seed. Посеять семя. Believe God. Верить Богу. Use your faith. Используй свою веру. Apply your faith. Применяй ее. Amen. Аминь. Thank you, Father. Спасибо, Отец. Lord, I pray tonight. Господь, я молюсь сегодня. That the things that I've shared here. Чтобы то, чем я сегодня здесь поделился. Will be burnt into people's spirit. Они были запечатлены как огнем в духе людей. And the seed of the word that has been planted tonight. И то семя слова, которое было посеяно сегодня. Will multiply. Оно умножилось. That the Holy Spirit will continue to give. Чтобы Дух Святой продолжал давать. Revelation. Откровение. To you. Тебе, тебе. Open the eyes of your understanding. Открыть очи твоего сердца. So that you may know. Чтобы ты знал. The glorious riches of his inheritance in the saints. Славное богатство его наследия в святых. Show them, Lord. Покажи им, Господь. Expose the things. Expose the lies that they have believed. Разоблачай, открывай те ту ложь, в которую они верили. Show them the truth. Показывай им истину. So that when they know the truth, чтобы они, когда они познают ее, they will be set free. Они получили свободу. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. In Jesus' name. Во имя Иисуса. And as we come tonight, и сегодня мы приходим to sow, сеять, to give, давать, speak to everyone about what you would have them do. Говори им, что ты хочешь, чтобы они сделали. I thank you for it. Я благодарю тебя за in это. Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Two things. Две вещи. Paul said to the church in Rome. Павел, извините, сказал, обратился к церкви в Риме. He said, "I desire to come so that I may impart a spiritual gift." Он писал, я хотел прийти, чтобы передать вам духовный дар. So that you may be established. Чтобы вы утвердились. Things of the spirit come by impartation. И духовные вещи, они приходят через передачу. Two things. I see the Lord doing two things. Я вижу, что Господь делает две вещи. Activating. Он активирует. The gift of faith. Дар веры. The gift of faith. Дар веры. The gift of faith. Дар веры. And the word of wisdom. И слово мудрости. Word of wisdom. Слово мудрости. Word of wisdom. Слово мудрости. What is the word of wisdom? Что такое слово мудрости? Какое оно? It's supernatural information about the future. Это сверхъестественная информация о будущем. It's divine strategies for the future. Это божественные стратегии на будущее. Word of wisdom. Слово мудрости. Go by the brook Cherith. Пойди к этому потоку. I've commanded the ravens to feed you there. Я повелел воронам тебя кормить. That's a word of wisdom. Это слово мудрости. Go to Zarephath. Иди в Сарепту. I've commanded a widow woman to feed you there. Я повелел вдове тебя кормить там. What is that? Что это? Word of wisdom. Это слово мудрости. Go catch a fish. Пойди поймай рыбу. One hook. Одна удочка, всего лишь одна рыба. In the mouth. И там у нее во рту. Shekel. Один шекель. What is that? Что это? Word of wisdom. Это слово мудрости. Go collect all the empty vessels from the neighbors. Пойди, собери у всех своих соседей пустые сосуды. Start pouring the oil. И начинай разливать по ним это масло. What is that? Что это? Word of wisdom. Это слово мудрости. Word of wisdom. Слово мудрости. Word of wisdom. Слово мудрости. Word of wisdom. Слово мудрости. Lift your hands right now. Прямо сейчас подними свои руки. Father, I thank you for. Отец, я благодарю тебя. Activation. За активацию. A whole new level. Для перехода на новый уровень. Of the gift of faith. В даре веры. And the word of wisdom. И в слове мудрости. In your church. В твоей церкви. Hallelujah. Аллилуйя. Hallelujah. Аллилуйя.
Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. 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 Hallelujah. Earnestly desire the spiritual gifts. Страстно желая духовных даров. What is the best gift? Какой самый лучший дар? I'll tell you right now. Я прямо сейчас вам скажу. In this next season, word of wisdom is going to be very important. В грядущее время слово мудрости будет очень важно. Because worldly wisdom is demonic. Потому что мирская мудрость она демоническая. There's a wisdom from heaven. Но есть мудрость небес. God will show you the way. И Бог покажет тебе путь. In which you should go. В который идти. And through that. И через это. Great signs and wonders shall be done. Величайшие чудеса и знамения будут проявляться. Miraculous work shall be done. Чудеса, чудесные дела будут твориться. Unusual. Необычные. Unusual miracles. Необычные чудеса. Notable miracles. Знаменательные чудеса. Significant miracles. Значительные чудеса. Nation-shaking miracles. Чудеса, которые будут потрясать целую страну. One miracle. Одно чудо. Can shake a nation. Может сотрясти страну. It's happened. Это уже произошло. It's happened in the Bible. Это уже произошло. В Библии так написано. One big miracle. A nation-shaking kind of city-shaking miracles. Одно чудо, которое потрясло целую страну, целый город. City-shaking miracles. Чудо потрясло целый город. Чудеса. All the pastors here, stand up. Все пастора, поднимитесь. Pastors from different cities, stand up. Пастора из других городов, поднимитесь. Pastors from different cities. Пастора из разных городов, из других городов. I'm going to pray for you. Я буду молиться за вас. That God will give you a city-shaking miracle. Чтобы Бог дал вам чудеса для потрясания вашего города. Something so supernatural. Что-то такое сверхъестественное. That will shake your city. Что сотрясет ваш город. Line all the pastors up here, please. Встаньте сюда, пожалуйста, в ряд. Line all the pastors up. Все, пожалуйста, сюда в ряд. City-shaking miracles. Чудеса сотрясающие города. City-shaking miracles. Чудеса сотрясающие города. The kind of works that will turn the city upside down. Те дела, которые будут переворачивать город. They said about Paul and Silas, the men that have turned cities upside down, have come to our city. И говорили о Павле и Силе, что вот эти потрясающие города, они пришли к нам. We're going to activate that right now. И мы это прямо сейчас активируем. You're going to step to a whole new level. Ты перейдешь на совершенно новый уровень. The gift of faith is going to come on you. Дар веры сойдет на тебя. And you're going to begin to operate at a whole new realm, a whole new level. И ты будешь действовать на совершенно новом уровне. And God's going to give you the type of miraculous sign, miraculous work. И Бог даст тебе такие чудеса, that will shake your city. Которые будут потрясать твой город. It'll be noised all across the city. Об этом узнают вообще во всем городе. It'll affect the whole city. Оно повлияет на весь город. Hallelujah. Hallelujah. Lift your hands right now. Подними свои руки прямо сейчас. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Спасибо. Can we have someone on the keyboard? А можно, пожалуйста, клавишник? Господь, ты сказал мне, чтобы возложить на них руки, чтобы происходили чудеса в их городах, сотрясающие их города. И спасибо, Господь, что идет эта активация. Активация. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя могущества. Сейчас. Сейчас. Огонь. Огонь. Сейчас. Jesus. Иисус, shake that city, Lord. Сотряси этот город. Shake that city. Потряси этот город. Shake that city. Потряси этот город. Shake that city. Потряси этот город.
Потряси этот город. Сейчас. Потряси этот город. Take it. Прими. Shake. Потряси. Shake the city. Потряси этот город. Shake the city, Lord. Потряси этот город, Господь. Shake the city. Потряси этот город. Shake. Потряси. Shake the city. Потряси этот город. Shake the city, Lord. Потряси этот город, Иисус. Shake. Потряси. Shake the city. Потряси этот город. Shake the city. Потряси. Shake. Потряси этот город. Shake the city. Потряси, Господь. Shake. Потряси. Shake. Потряси. Огонь Духа Святого. Огонь Духа Святого. Fire. Огонь. Fire. Огонь. Огонь Духа Святого. Jesus. Shake. Потряси. Shake. Потряси. Shake. Потряси. Shake it. Потряси. Shake. Потряси. Shake. Потряси. Shake it. Потряси. Now. Сейчас. Jesus. Shake. Потряси. Shake. Потряси. Shake the city. Потряси этот город. Can I pray for these? Shake. Oh, there's a second one. Shake the city. Потряси этот город. Shake. Потряси. Shake. Потряси. Shake the city, Lord. Потряси этот город. Shake the city. Потряси этот город. Shake the city. Потряси этот город. Shake. Потряси. City. Shake the city. Потряси этот город. 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 Shake. Потряси. Shake the city. Потряси этот город. Shake the city. Shake the city, Lord. Потряси этот город, Господь. Shake the city. Потряси этот город. Mighty works. Великие чудеса, дела. Display of your power. Проявление твоей силы. Mighty signs and wonders. Великие чудеса и знамения. Shake the city. Потряси этот город. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Trust him. Доверяй ему. Trust him. Доверяй ему. Just take it. Просто just прими. Yield, bro. Yield. Просто поддайся. It's about yielding. It's about yielding. Ну, все, что нужно сделать, это отдаться, поддаться, отреагировать. Don't think too much. Не думай слишком много. Перестань думать. Simply yield. Просто отдайся, поддайся. The more you think, чем больше ты думаешь, the more you'll talk yourself out of it. Тем больше ты сам себя отговариваешь. Shake the city. Потряси этот город. Shake. Потряси. Shake the city. Потряси этот город. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. Thank you, Lord. Спасибо, Господь.
Shake the city. Потряси этот город. Shake the city. Потряси этот город. He'll give you the word of wisdom. Он даст тебе слово мудрости. What to do? Что делать? There'll be a city-shaking event. И будут чудеса, a city-shaking miracle. Сотрясающий город. But there are two elements. Но есть два элемента, две составляющих. To every miracle. В каждом чуде. There's the natural side. Есть естественная сторона, естественная составляющая. Which is what you will be required to do. Что является то, чем, что ты будешь делать, что требуется от тебя, и есть также сверхъестественный элемент того, что Бог сделает. So, you have to step out. Поэтому нужно сделать шаг in faith веры and do и сделать your part, твою часть, and God will do his part. И Бог сделает свою часть. Спасибо, Иисус. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. Аллилуйя. 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 Talk to ministers all the time. Я все время общаюсь со служителями. They tell me, I need more anointing. Они мне говорят, мне надо больше помазания. You don't need more anointing. Тебе не надо больше помазания. You need more yielding. Тебе нужно больше поддаваться этому помазанию. See, when you get out of the way, что когда ты отходишь в сторону, there's more anointing. Больше помазания появляется. When there's none of you left, потому что когда тебя больше не остается, it's all the Holy Ghost. Все, это только Дух Святой начинает двигаться. When it's all the whole, it's all Holy Ghost. И когда это все делает только Дух Святой, there's more than enough anointing. Тогда появляется помазание больше, чем достаточно. So it's yielding. Поэтому поддайся, отступи. It's more surrender. Сдайся. It's you getting out of the way. Это нужно, чтобы ты уступил дорогу. It's you shutting off your head. Отключи свой разум. Stop thinking. Перестань думать. Start drinking. Начни пить. Think less. Меньше думаешь. Drink more. Больше пьешь. When you're drunk, когда ты пьяный, you'll do it. Ты точно сделаешь все. When you're drunk, когда ты пьяный, you'll just do it. Ты просто возьмешь и сделаешь. When you're drunk, когда ты пьяный, you'll be more bold. Ты, у тебя смелости больше появляется. When you're drunk, когда ты пьяный, there's no fear. Страха нет. You'll just do it. Просто берешь и делаешь. You need to be the biggest drinker in your church. Тебе надо быть самым законченным пьяницей в своей церкви.
That's why the enemy always wants to intellectualize the gospel. Вот почему враг всегда пытается превратить Евангелие в интеллектуальное. We got preachers что-то. Preaching human philosophy. У нас проповедники проповедуют какую-то человеческую философию. Self-help motivational speaking. Знаете, мотивационная проповедь о как помочь самому себе, самопомощь. That will never get supernatural results. Она никогда не даст сверхъестественных результатов. Lift your hands right now. Просто сейчас подними свои руки. Пастора, поднимите свои руки. Father, I pray now. Отец, я молюсь сейчас for these pastors, за этих пасторов, этих служителей. That you'll do a deep work in their lives. Чтобы ты произвел глубокую работу в их жизни. So they will be able to surrender more, yield more. Чтобы они могли больше сдаваться, больше уступать, больше поддаваться. And see an increase. И увидеть умножение. Of the flow of the anointing. Потока помазания. As they yield more. Чем больше они отдаются. As they surrender more. Чем больше они поддаются. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Do a deep work in them. Произведи эту глубокую работу в них. A deep work. Глубинную работу. Deeper the work, чем глубже эта работа, more the power. Тем больше силы. Little work, меньше работы, little power. Меньше силы. Big work, больше работы, big power. Больше силы. You gotta get hungrier. Тебе нужно стать еще более жаждущим. You say, I'm hungry. No, you're not hungry enough. Ты говоришь, так я и так уже жаждущий. Нет, недостаточно. You gotta get desperate. Ты должен отчаянным стать. You gotta get desperate. Отчаянным. Don't get comfortable. Не соглашайся быть в комфортной зоне. Don't get comfortable. Уйди из этой комфортной зоны. Don't be satisfied. Не удовлетворяйся. With wherever you're at. Не будь доволен тем, где ты. Father, I pray. Отец, я молюсь. That you put in their heart. Чтобы ты вложил в их сердца. A very uncomfortable feeling. Очень большое чувство дискомфорта. A sense of urgency. Чувство срочности. To press through. Чтобы продвигаться, пробиваться дальше. To press in more. Жаждать больше. Than ever before. Чем когда-либо раньше. Desperation. Отчаяние. Shake them out of their comfort zone. Сотряси, вытряхни их из зоны комфорта. Yes, Lord. Да, Господь. Shake these pastors out of their comfort zone. Вытряхни, вытолкни их из их зоны комфорта. Challenge them by the Holy Ghost. Бросим вызов Духа Святого. To press in for more. Чтобы давить дальше, продвигаться дальше, to press in for more. Чтобы жаждать еще больше. Аллилуйя. Аллилуйя. You must die. Ты должен умереть. You must die. Ты должен умереть. The sooner you die, чем скорее ты умрешь, the sooner God will accomplish His purpose. Тем скорее Бог исполнит свою цель в твоей жизни. You must die. Ты должен умереть.
must detach yourself from the world system. Ты должен отойти от системы мира. There must not be anything. Отключиться, чтобы не осталось ничего. From the world system. От системы этого мира. That you desire. Чего бы ты желал. The lust of the eyes. Похоть очей. The lust of the flesh. Похоть плоти. The pride of life. И гордость житейская. You must die to all of these. Ты должен умереть для всего этого. Because if you love the world, если ты любишь мир, you cannot love the Father. Ты не можешь любить Отца. To love the Father, любить Отца, you must die. Для того, чтобы его любить, ты должен умереть. Everything of the flesh, для всего, что от плоти. Everything of the world, все для всего, что от мира. You must just say right now. You must say right now, Lord, I die. И ты прямо просто сейчас скажи, Господь, я умираю. All across the place. По всему этому залу скажи, я. Lord, I'm dying. Господь, я умираю. I die right now. Я прямо сейчас умираю. Not my will. Не моя воля. But let your will be done. Но твоя да будет. I surrender to what you want. Я отдаюсь тому, что ты хочешь. I surrender. Я подчиняюсь. I surrender. Я подчиняюсь. I don't care what people think about me. Мне все равно, что люди думают обо мне. I don't care what they say about me. Мне все равно, что они говорят обо мне. I am not moved by that. Я не движим этим. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Мы отдаем тебе все. Мы отдаем тебе все. Мы принадлежим тебе. Используй нас. Если ты можешь, возвращайся на свое место. If you can, go. If not, stay. Если не можешь, оставайся там, где ты есть. I just gotta do this real quick. Если хочу сделать кое-что очень быстро. Would you bow your heads? Давайте мы склоним наши головы. And close your eyes. Откроем глаза.
I want to ask you. Хочу задать вопрос. And three questions. Три вопроса. And give some invitations. И сделать призыв. You're here tonight. Ты сегодня здесь вечером. Or you're watching the broadcast. Может быть, ты смотришь онлайн. You're not born again. Ты не рожден свыше. You're not saved. Ты не спасен. You have not given your life to Jesus. Ты не отдал свою жизнь Иисусу. You have not repented from sin. Ты не покаялся в грехах. And surrendered your life to the Lord. И не отдал свою жизнь Господу. Made him the Lord of your life. Сделать его Господом твоей жизни. If you died right now, если бы ты прямо сейчас умер, where will you go? Куда бы ты пошел? Where will you spend eternity? Где бы ты оказался в вечности? Are you sure you'll make heaven? Ты уверен, что ты попадешь на небеса? Tonight I invite you. Сегодня я приглашаю тебя to make a decision. Принять решение. To turn away from sin. Отвернуться от греха. And to surrender your life to Lord Jesus. И подчинить свою жизнь Господу Иисусу. He'll forgive you. Он простит тебя. He'll save you. Спасет тебя. You must be born again. Тебе нужно родиться свыше. I want to pray for your salvation. Я хочу помолиться за твое спасение. Second invitation. Второй призыв. You've given your life to the Lord in the past. Ты раньше отдавал свою жизнь Господу. But you're not serving God like you should. Но ты не служишь Господу так, как должен. You've allowed sin in your life. Ты позволил греху быть в твоей жизни. Maybe you've been caught up in the things of the world. Возможно, ты попал в сети мира. You've been chasing money. Ты гонялся за деньгами. You made wrong decisions. Ты принял неправильные решения. Something happened. Что-то произошло. And you lost your way. И ты потерял свой путь. But tonight, но сегодня you need to come back to your first тебе love. Нужно вернуться к твоей первой любви. And rededicate your life to the Lord. И снова посвятить свою жизнь Господу. Make a fresh start. Чтобы начать все заново. Surrender everything to him. Отдать Ему все. Get right with God. Примириться с Богом. I want to pray with you. Я хочу помолиться и за тебя. My third invitation. И третья группа, третий you призыв. Love Jesus with all of your heart. Ты любишь Иисуса всем своим But сердцем. You're not sure of your salvation. Но ты не уверен в своем спасении. The devil's always lying to you. Дьявол все время тебе лжет. Saying that you're not saved. Говорит, что ты не спасен. You are confused. Ты потерял, ты запутался. And you just don't know. И ты не знаешь. If God really loves you. Любит ли тебя Бог на самом деле? If he's really forgiven you. На самом деле Он тебя простил. But tonight you can make sure of your salvation. Но сегодня ты можешь получить уверенность в спасении. God wants to put that assurance in your heart. Бог хочет вложить ее в твое сердце. And I want to pray for you. Я хочу помолиться за тебя. If you fit into any one of these three categories, если ты подходишь к одной из этих категорий, этих групп, если ты такой человек, first time salvation, то есть человек, тебе нужно спасение, rededication, или снова посвятить свою жизнь Господу, or assurance of your salvation, или ты хочешь получить уверенность в спасении, I want to pray with you. Я хочу помолиться and с тобой и за тебя. If that is you, если ты такой человек, quickly raise your hand. Быстро подними свою руку. Quickly raise your hand. Быстро подними свою руку. Quickly raise your hand. Быстренько подними свою руку. Quickly raise your hand. Быстренько подними свою руку. In this section, здесь, you didn't raise your hand, в этой части зала ты не поднял свою руку, but you want to be included in this prayer. Но ты хочешь, чтобы за тебя помолились также. Anybody? Thank you. Anybody else? Спасибо. Wave at me. Маши это, маши рукой. Anybody else? Thank you. Да, я вижу, спасибо. How about over here? Thank you. Anybody здесь, else? В этой части, спасибо, wave вижу. At me. Маши вот рукой. Please pray for me. Ты говоришь, пожалуйста, помолись за меня. How about over here? Anybody? Здесь, в этой части. Wave at me. Thank you. Маши рукой. Anybody else? Еще кто-нибудь. How about in this section? Здесь, в этой части. Anybody else? Wave at me. Thank you. Спасибо. How about over here? Anybody? Thank you. Then if you raise your hand or waved at me, если ты поднимал сейчас свою руку, пожалуйста, поднимись на своем месте, поднимись на своем месте. Ты поднял руку, поднимись на своем месте. Пожалуйста, поднимитесь. Come to the front. И быстренько выходи сюда вперед. Выходи сюда вперед. Come to the front right here. Придите сюда, пожалуйста. Сюда, быстренько вперед ко мне. Come. Приходи, иди. Come. Иди.
come to the front here. Выходи сюда вперед. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Welcome. Добро пожаловать. Welcome. Добро пожаловать. Thank you, Jesus. Welcome. Before we pray, перед тем как мы помолимся, is there anybody else? Есть ли еще кто-нибудь еще? I want you to do something. Я хочу, чтобы вы кое-что сделали. Wait a minute, but do it when I tell you. Минуточку нужно будет подождать, но сделайте, пожалуйста. I want you to turn and look at two or three people around you. Повернись к одному соседу, к другому соседу, 2-3 человека. Look them in the eye. Посмотри им в глаза. And ask him. И спроси. If you died right now. Если бы ты прямо сейчас умер. Are you ready to meet the Lord? Ты готов встретиться с Господом? Are you sure you'll go to heaven? Ты уверен, что ты пойдешь на небеса? If they not, if they cannot look you in the eye and say, yes, I'm ready, yes, I'm sure. Если они не смотрят вам уверенно в глаза и говорят, да, я уверен, да, я знаю, куда bring я пойду. Bring them up here. Если они не уверены, то тогда возьми за руку этого человека и приведи с собой. Do it now. Прямо сейчас повернитесь к одному, второму, третьему соседу, посмотри в глаза и убедись в том, что человек уверен. Если не уверен, если он не знает, то возьми его за руку, приведи сюда. I feel like there's a few others. There we go, we got one. Потому что я чувствую, что есть еще несколько человек. Bring да, вот, вот там вижу, да, вижу, да. One more, thank you. Еще один. Yes. Да. Yes. Да. Anybody else before we pray? Кто-нибудь еще перед тем, как мы помолимся? Yes. Mm-hmm. Да, да. One Sunday. В одно воскресенье. In Istanbul. В Стамбуле. I gave an altar call. Я сделал призыв. Several people came up. Вышло несколько человек. But I felt. Но я like there were others. Я чувствовал, что есть еще. And I waited like almost 15 minutes. И я ждал где-то аж 15 минут. People were actually getting upset. Oh, come on. Люди уже такие на часы смотрели. Да короче, да ладно. Listen, finally, two African guys came. И в конце концов вышло два африканца. Two African guys. Два африканца. And I prayed with everybody. Я помолился со всеми. Monday. В понедельник. I get a phone call from my one of my assistant pastors. Мне звонит один из моих помощников пасторов. He's an African. Он африканец. He's a Nigerian. Он из Нигерии сам. He said, "Pastor." Говорит, пастор. You remember those two guys that came after 15 minutes? Помнишь вот этих двух ребят, через которые вышли через 15 минут? He said, "They died this morning." Он говорит, они умерли сегодня утром. Both of them died. Оба. So I thought, I'm glad I waited 15 minutes. Поэтому я ему сказал, хорошо, что я подождал этих 15 минут. Where is she going? We ready? Let's pray. Давайте помолимся. Please close your eyes. Пожалуйста, закройте свои глаза. Вы здесь стоите впереди, закройте глаза. Raise your right hand to heaven. Правую руку поднимите к небу. That's where your help comes from. Потому что оттуда исходит наша pray помощь. This after me. Помолитесь такой молитвой со мной. Dear Heavenly Father, дорогой Небесный Отец, I come to you in the precious name of your Son Jesus. Я прихожу к Тебе во имя драгоценного Твоего Сына Иисуса. I repent of all sin. Я каюсь во всех грехах. Please forgive me. Пожалуйста, прости меня. Come into my heart right now. Войди в мое сердце прямо сейчас. Wash me and cleanse me. Омой меня и очисти. Fill me and change me. Наполни меня и измени. Let me never be the same again. Чтобы я больше никогда не был прежним. Или прежней.
I surrender my life to you. Я отдаю свою жизнь тебе. I turn my back on sin. Я отворачиваюсь от греха. I turn my back on the world. Я отворачиваюсь от мира. I make Jesus the Lord of my life. Я делаю Иисуса Господом своей жизни. Thank you for dying for me on the cross. Спасибо, что ты умер за меня на кресте. Thank you for shedding your blood for me. Спасибо, что пролил свою кровь за меня. By your resurrection, I have eternal life. И благодаря твоему воскресению я имею жизнь вечную. By faith, I receive it. Верой я это принимаю. And I thank you. Благодарю тебя. For forgiving me. За то, что простил меня. For saving me. За то, что спас меня. In Jesus. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Now I want you to look at me, please. Пожалуйста, посмотрите на меня. I want to tell you very good news. Хочу вам сказать очень хорошие новости. I tell you right now. Прямо сейчас. That all of your sins. Все ваши грехи. Are forgiven you. Прощены. Right now. Прямо сейчас. Forgiven. Прощены. Right now. Прямо сейчас. You are forgiven. Вы прощены. Isn't that good news? Правда хорошая новость? Where do I know you from? Huh? Oh yes, I know you from Warsaw. I was like, I know this guy from somewhere. Он из Варшавы, я знаю его. Lift both hands to Jesus. Поднимите обе руки к Иисусу. And just thank him right now. И просто благодарите его. And I'm going to pray over you. Просто своими словами поблагодарите Иисуса, поблагодарите его. Я буду молиться. Во имя Иисуса. I declare over you now. Я провозглашаю над вами. That the power of sin is broken. Что сила греха разрушена. Power of the devil is broken. Сила дьявола разрушена. Every curse is broken. Всякое проклятие разрушено. That you are blessed. Ты благословлен. In Jesus. Во имя Иисуса. Lord, raise them up to be mighty men and women of God. Господь, подними их, чтобы они стали мощными мужьями и женами Божьими. Anoint them and use. Помажь их, используй их. For your glory. Для твоей славы. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Come here. The fire of God. Огонь Божий. Fire. Огонь. Counselors, you may take them. Пожалуйста, повернитесь в сторону зала. За вами стоят люди, которые хотят с вами познакомиться, пообщаться, поговорить с вами, помолиться с вами. I was like, I know this guy. Я его знаю. Look at me. Посмотри на меня. The Lord is setting you free. Господь освобождает тебя. Free. Свободен. Смотрю на него, очень знакомый, откуда я его знаю? Аллилуйя. Did you get something tonight? Вы получили что-то сегодня? Was that good to share those things? Вы рады, что я поделился с вами этим? Awesome. Отлично. Awesome. Отлично. Awesome. Отлично. Awesome. Отлично. Awesome. Отлично. Awesome.